Украина полностью готова к Евровидению и проведет его на высоком уровне. К такому выводу после инспекции Международного выставочного центра в Киеве, где, собственно, и состоится конкурс, пришел премьер-министр Владимир Гройсман. Он осмотрел объекты и остался доволен подготовкой, при этом отметил, что выделенные на конкурс деньги используются рационально. Я пообещал, что мы подготовимся. И сегодня вы видите на власні очі, что... А все, що було необхідно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену, ми маємо прекрасну команду.